Такой садик рядышком, буквально в 3-4 минутах ходьбы от дома. Называется он китайский садик. Много рыбы плавает здесь в прудочках. О, дети ее кормят. Поэтому они такие большие вырастают. Здесь, наверное, должен быть водопадик. Пока его нет. Наверное, позже его запустят. Фонтан. Там в центре маленький островок. Можно увидеть цапля. Стоит. А на противоположной стороне музыкант играет на флейте. Наверное, готовится играть. Надеюсь, садик с небольшими бонсаи. Их привезли сюда недавно, потому что раньше таких растений здесь не было. Садик маленький, вход в него совершенно бесплатный, и практически всегда здесь можно встретить фотографов, профессионалов, которые фотографируют моделей. Садик обнесен забором, который сейчас увит цветущими розами. А вокруг уже обычные дома, в которых живут люди. Никакой экзотики вокруг.